Драматичные кадры с севера Пакистана. В городе Хасанабад обрушился мост. Всему виной стало ледниковое озеро. Оно растаяло из-за недавней жары. Огромный объем воды хлынул в ручей и близлежащие районы. С самого утра мы начали перенаправлять движение транспорта в объезд. Наша полиция заменила дорожную полицию, чтобы у туристов и других людей не возникло проблем. Мы ждем, когда спадет поток воды, и одновременно оцениваем ущерб. Полиция также переместила в безопасные районы всех людей, находящихся в зоне риска. Им выдали продуктовые пайки. Как сообщают пакистанские СМИ, объем воды в ледниковом озере Шиспер увеличился на 40%. Это произошло за последние 3 недели, когда в регионе наблюдались непривычно высокие температуры. Кроме того, из-за быстро тающих ледников на севере Пакистана образовалось более 3000 новых ледниковых озер. И 3/4 из них вскоре могут лопнуть, также превратив небольшие ручьи в бурные реки. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.